Я тоже так хочу. Первый раз приехали в Дубай, и я очень хотела попасть в это место. Самое крутое, что это бесплатно, а мы проели все деньги, так что нам это подходит. Ехали мы очень долго на самую последнюю станцию, а в конце вообще остались одни во всем поезде. Только посмотрите, вообще никого нет, как будто люди увидели бывшего и разбежались. Сразу на выходе из метро нас встретило бесплатное такси, пока ехали немножко пот проветрили. Кажется, я уже вижу их вдалеке. Я просто дрищу от счастья, только посмотрите, как это круто. При этом вообще никого нет, мы испытали просто невероятные эмоции, особенно муж.